встречался еще Паш, ну да? Как деревня-то? Старина-то, Паш. А? Как деревня старина-то? Ложить некуда, что ли, уже? Сейчас уложим. Ковбой, что ли? Ковбой, что ли? Да. Где шашка, блин? Пропил? Ну вот, мы на окраине Вологодской области, Кишгородецкий район, Шомга, деревня Воронова, в которой нет дорог, и только вот одна речка Юг. Вот, по ней мы сюда и приплыли. Собираем все, что удалось сохранить от старого быта. Ну, как тут люди живут, рассказывать не надо. Если рассказать, то все, кто смотрит эти кадры, заплатят. Поэтому специально не показываем, как люди живут в домах вместе с домашними животными. Практически едят то же самое, что они. Вот. Но старины здесь, бытовых предметов насобирали немало. Такого, что ни в одном музее не найдешь. Ну и вряд ли сюда придет кто-то из большого начальства областного, поскольку даже районный глава администрации здесь последний раз был никогда. Вот природа. И мы. Хорошо. Лобика у тебя вырисованная. Где нашла-то? На потолоке. На потолоке? Да. Стекло какая. Ух ты, какая баска. Да. Ой, ну спасибо. Видишь. Спасибо, спасибо. Как зовут-то вас? Скажите хоть. Валентина. Имя, отчество. Коноплёва Валентина Дмитриевна. Вот, для музея будет. Посмотри в камеру-то. Посмотри в камеру. Камеру, я не баску снимаю сейчас. Хорошая, хорошая. Все, ладно. Где только не пришлось побывать нам в поисках богатства земли русской. Этот дом стоит в заброшенном месте Кишгородецкого района. И здесь никто не живет уже 40 лет. Но кое-что сохранилось. Сундуки кованые, иконы старинные, прялки резные. Вот такая красотища в ничейных руках. В каждом таком доме Вологодской области целый музей. И старинный ткацкий станок, и ендовы, и братыни, иконы. Даже нашли две книжки старинные. Вон лежат. Колокольцы, пуговицы, оборы расшитые, барушку. Все в этом доме нашли. Вот сейчас, чтобы не досталось это московским расхитителям, и чтобы не пожгли это все большевики-коммуняги, собираем свой музей. Так подожди, подожди. Ягоды на вино это такое дело. Пропьешь. Иди-ка, Андреевна. Чего? Рабочих не надо. Каких? Не рабочих, а заготовителей. Заготовителя надо, вот чтобы клюкву заготовлял. Это не знаю. Иди-ка, Егоровна, посоветуй нам кого.
Клюквой дело рискованное тут. А что? Правда, с гной так. Ну, а что рискованно, если... Что ли не будет? Это ведь, кажется, Суров, да? Я. Я узнала. Ага, это я. Кандидат-то в депутаты этого. Не в... На губернатора, то в Лобовской области. Голосовали за его. Губернатором будет, доклад будет. Буду. Ты узнала, а я нет. Узнала. Буду, буду, губернатор.